Ну что, 23 часа 11 минут, иду домой, поклевки ноль, рыб видал в воде, в том узком проходе, где наркарки, водопад. Сейчас иду домой, неизвестно в какую сторону, куда идти, вот там машина какая-то едет. Сейчас я маленько покажу тару издалека. Вот там вот телевышка. Батарейка скоро сдохнет. Здесь у нас вот прямо белое здание. Это ПЕТ. Универ. Вот здесь администрация. Вышка вот стоит. Там вот здесь вот гостиница Иртыш и церковь. Вот. Дальше не знаю что. Дальше идет водонапорная башня. Круглая. Вот она. Вот такие вот дела. Там вот драмтеатр, вот он, стоит. Ну, так вот. Нам еще идти вот сюда. По вот этой вот дороге, неизвестной. Кричит перепелка. Все красиво. Леса нет. Светит луна. Сзади бескрайняя даль. Да. По полю, я думал, срезать. Не так-то уж и просто срезать. Идешь-идешь вроде бы ровно, а там хобана, болотина. Вся в осоке с водой. Сколько там... А, это не утки, это там это... Голуби полетели. Вон там на горизонте. Видно, да, пятно? Видно. Вот такие вот дела. Все, конец отчета. Сезон 2014. Пока что еще на щуку не открыт. Такие вот проблематичные делишки. Все, конец.